Шостий форум «Агульний погляд у будучиню. Інтернет-журналістика сьогодні і завтра» стартував у Приньомині. Для уділу у мероприємстві у Гродно з'їхалися молоді журналісти з усіх регіонів України. Республіканський форум приймає Гродянський університет ім'я Янки Купали. Уділ у дискусіях приймають молоді супрацовники республіканських і регіональних редакцій газет, радіо і телебачення. Такі форуми дуже благоприятно влияют вообще на развитие журналистики в республике в целом. И это отличный шанс научиться чему-то новому, проследить, на какой стадии это находится сейчас и сделать какие-то подвижки вперед, потому что все развивается очень быстро и нужно соответствовать. Люди сейчас все больше получают новости как раз-таки из интернета, из социальных сетей, например, газеты, телеканалы, радиостанции. Они производят хороший контент, который просто нужно правильно донести. И благодаря как раз-таки СММу, благодаря вот этим всем вещам можно наш контент донести большему кругу пользователей, зрителей, слушателей. Уже завтра удельников форума чакают семинары и тренинги от ведущих белорусских специалистов медиасферы. Говорка пойдет и про новые технологии створения особистого бренда у социальных сетках, просовывание интернет-каналов и своего контента СМИ у социальные сетки. До слова, у рамках республиканского форума отбудется уручение премии «Дебют» лепшим репортерам, оглядальникам, фотокорреспондентам, теле- и радиоведущим.